Цикл «Мертвая пехота». Автор Юрий Погуляй. Книга вторая. Изгои. Часть первая. Пролог. Машина заползла на седловину перевала, замерла под сенью чахлых пальм. Слева и справа вверх уходили склоны, стающие растительностью, за которой проступали серые скалы. По долине внизу ползло облако. «Вон она, смотри, смотри!» — сказал Лармин. Кузен толкнул Фредерика в бок. Тот не отреагировал и без напоминания ждал этого момента. Сфера калькуляторов была на том краю зеленой долины, сверкающая на солнце, она нависала над морем, угнездившись на вершине скалы. Наследие древних времен. Святыня ливня. Коммуникатор снова пиликнул. «Отец». Глупый, трусливый старик, живущий прошлым. Раб, сдавшийся еще до драки. Как же стыдно! Род Мрацелинов – один из самых древних, самых могущественных родов империи. Но из раза в раз их предводители пасовали перед другими, довольствуясь какими-то объедками. «Чем выше лезешь, тем быстрее горишь», – говорил отец. «Жить надо так, чтобы тебе никто не желал зла. А когда у тебя много власти, друзей всегда меньше, чем врагов». Фредерик даже не пошевелился, игнорируя сигнал. Ему хватило вчерашнего скандала. Он поморщился, вспоминая, как унижался отец, умоляя не делать задуманного, как резко переходил к угрозам, к проклятиям, вновь возвращался к увещеваниям. Они сильно поругались. Спорили всегда, сколько Фредерик себя помнил, но чтобы вот так... Напоследок отец обещал приставить охрану малолетнему идиоту, но то ли не решился, то ли что-то в нем еще оставалось от человека, а не присмыкающегося, поэтому ночью Фредерик покинул родную усадьбу, воспользовавшись автомобилем кузена. Лармин отнесся к идее с восторгом. О, он всегда был против системы, на острие протестов. Именно такие люди и позволяют развиваться обществу. Фредерик гордился кузеном. Автомобиль тронулся с места, скатываясь по дороге. Мимо пролетали цветочные оранжереи, фруктовые сады. У нужного поворота на обочине застыл адепт калькуляторов. Он стоял в тени, пожелтевшей от жары пальмы. Ветер трепал капюшон. Мертвец повернулся вслед проехавшей машине, будто бы имел зачатки разума. Фредерик даже обернулся. «Мы приближаемся, брат мой». — воскликнул Лармин. — Мы сделаем это. Новая власть. Орден не ведает коррупции. Орден все рассчитает, так как оно должно быть на самом деле. Ордену не важны заслуги прошлого. Я горжусь тобой, брат. Горжусь, что ты решился. Фредерик кивнул. — Даже если мы не выиграем, это ничего. Мы покажем смелость других родов. Покажем, что у нас тоже есть голос, тоже есть право. Кузен елозил по дорогой обшивке, озираясь. — Светлый человек. «Мы живем в важное время, брат, в важное!» Лармин нервничал, это очевидно. Он болтал без умолку всю дорогу, неоднократно повторяясь. «Конец эпохи Холомеров! Новый род у престола! Может быть, наш, брат мой, великий Ладен, как я волнуюсь!» «Не надо, калькуляторы непогрешимы», — буркнул Фредерик. «Будет так, как они рассчитают». На дороге к сфере были следы. Много следов. Он смотрел на них и чувствовал, как перехватывает дыхание в груди. Отец говорил, что никто не поедет, что власть заберут те рода, что владеют планетами. Среди них и будет выбор. Тех же, кто посмеет заявить о себе, ждет лишь месть. Глупец. Если не пробовать, ничего не получишь. Машина петляла по шоссе, разрезающему долину, и, наконец, начала подъем к скале по крутому серпантину. Солнце забиралось все выше и слепило глаза. И несмотря на то, что автомобиль вел автопилот, Фредерик затемнил стекла. Наверное, скорее для того, чтобы хоть что-то сделать, а не просто ждать, пока они, наконец, приедут. Он шумно выдохнул, унимая колотящееся сердце. Думать о том, что будет дальше, если калькуляторы выберут Мрацелинов, Фредерик не хотел. По закону во главе должен стать отец. Может, ответственность пересилит его трусость? А если нет... Они подумают об этом позже. Важен первый шаг. Не надо размышлять, надо действовать. Как ранние холомеры, еще не погрязшие в ненависти к иному мнению, еще не запершиеся в жалком клочке вселенной, не обложившиеся военной мощью. Сейчас же империя Ладена катилась к закату. Старая кровь рассорила людей со всеми соседями. Альянс, прежде союзный, теперь скорее враг, чем друг».
и вина в том лишь безумие дурака, сидящего на звездном троне. Отец говорил, что грядет война, что рода поднимутся друг против друга, предрекал раскол человечества. Говорил, что даже если калькуляторы определят себе правителя, с этим многие не согласятся, что не надо в это лезть. Посмотрим, как он заговорит, когда кровь Марцеллин станет императорской. «Броневики!» — ахнул Армин. «Смотри, брат, это броневики!» Автомобиль нырнул в поворот и замедлил ход, пока не остановился перед преграждающими дорогу военными машинами. «Рамоны!» — выдохнул кузен. Двое солдат в тяжелой броне неторопливо двинулись к ним. Один из них жестом показал, мол, «выходите». Они преградили путь к святыне. «Это незаконно. Где калькуляторы? Почему, когда надо, их мертвяков нигде нет?» Он выскочил наружу, поднимая коммуникатор, перевел его на запись, выставил перед собой, будто защищаясь от бойцов. «Почему вы не даете проехать гражданам империи?» – затараторил Лармин. Фредерик тоже вышел из машины, настороженно глядя на военных. Кузен стоял так, чтобы объектив коммуникатора показывал солдат Рамонов. Говорил он громко, отчетливо, с вызовом. «Немедленно освободите дорогу. Род Марцеллин имеет право заявить о своем участии. Вы ограничиваете наше свободное перемещение, которое обещано народу империи». Солдаты молчали. Здоровенные, даже для салакерцев, которых Майзер Рамон отбирал в личную гвардию, будто бы желая унизить жителей Ливня. Чтобы заглянуть в затемненные забрала 9-футовых громил, высокому Фредерику пришлось запрокинуть голову. Он смело встал перед гигантом в серых доспехах. «Я хочу пройти», — сказал он. Шлем воина чуть наклонился, а Фредерик, не дождавшись ответа, обошел солдата и двинулся к броневикам. Позади раздался механический голос. «Стоять!» Разрядник, до этого спокойно изучающий дулом землю, теперь пялился в живот Фредерика. Горло подкатило горечь. «Как вы смеете? Как смеете?» – загласил Лармин. «Позор! Позор!» Он говорил это в коммуникатор, будто бы участвовал в каком-то шоу, а кишки Фредерика болезненно сжались в холодный комок. «Вы не имеете права!» – сдержанно произнес он, старательно не показывая ужаса. «Этого не может быть! Не на Ливне, чтобы грязный безродный охранник поднимал оружие на представителя высокого рода!» Второй солдат шагнул к Лармину, выбил прикладом коммуникатор. Нога в бронированном ботинке наступила на хрупкий прибор. «Как вы смеете?» — крикнул кузен, встряхивая ушибленную руку. «Я буду жаловаться! Ваш поступок запечатлен!» «Заткнись!» — прошуршало в динамике бойца. Разрядник ткнулся в лоб Лармину. Только сейчас Фредерик увидел еще одного солдата Рамонов. Он лежал чуть выше по склону, спрятавшись среди камней и глядя на дорогу в прицел тяжелого излучателя. «Что происходит, солдат?» Едва не дав петуха, сказал Фредерик. «Его положение в обществе гораздо выше головореза Рамонов. Никто не смеет так говорить с представителем рода Марцеллин. Я хочу узнать твое имя». Никакой реакции. Стальная статуя, держащая на прицеле. «Я хочу знать твое имя!» «Проходите!» Словно не услышал его боец. Опустил разрядник. Второй солдат отступил от Лармина, махнул рукой. «Вы ответите за это! Ответите!» Распалялся кузен. «Это нарушение всех законов империи!» Сверху по склону посыпались камни. Еще один готовый к стрельбе салакерец, целящийся туда, откуда приехали Марцеллины. «К чему они готовятся?» «Имя, солдат!» Громила отвернулся. Никаких опознавательных знаков, кроме герба Рамонов. Никаких позывных. Серый доспех и все. Законно ли это? Но спорить Фредерик не стал. Ноги чуть подрагивали от пережитого. «Идем, Лармин, идем!» Они прошли мимо броневиков. Через сотню ярдов стояло еще два вездехода. Вот чьи следы они видели, пока ехали. Сюда мчались не представители родов Ливня, а солдаты Рамонов. Неужели отец был прав? Наместник не даст никому даже попытаться предоставить кров для выбора? Но почему тогда и их пропустили? Салакерцы второго заслона сделали вид, что не заметили бредущих по дороге кузенов, жалких посреди стальных громад. Солнце поднялось выше и теперь жарило вовсю. От земли поднимался нагретый воздух. Пахло песком и цветами. Миновав еще два броневика, кузены свернули на тропу к сфере.
Каменные ступени вели наверх, иногда пропадая в пестром ковре окрестных оранжерей. Жужжали мухи. Тяжелый цветочный аромат кружил голову. «Нет, ну как они посмели? Это беззаконие!» – причитал Лармин позади. Фредерик молчал. Ему казалось, что он только что заглянул в лицо смерти. Виски давило от жары и переживания. «Помолчи», – попросил он кузена. «Пожалуйста». «И никого из калькуляции рядом, как назло. Ну, ничего, ничего, я этого так не оставлю». «Помолчи». Лармин обиженно засопел. Ноги загудели от напряжения. Бесконечная лестница вела вверх, и Фредерик то и дело останавливался, переводя дух. Рубаха промокла. Пот струился по лбу, и его приходилось смахивать. Глаза щипало от едких капель. Во рту скапливалась вязкая горячая слюна. Когда он добрался до вершины, то чуть не упал. Удержался, потому что у входа в сферу стоял сам Майзер Рамон, крошечный, рядом с двумя вооруженными салакерцами. Выпрямившись, Фредерик смело пошел к наместнику ливня. «Ваши люди посмели направить на меня оружие», — выкрикнул он на подходе. «Я этого так не оставлю, Дор Рамон». Пустой взор Майзера скользнул по лицу Фредерика и ушел в сторону. Брови обычно невозмутимого наместника застыли в изумлении, отнюдь не связанном со смелыми словами. Одет Рамон был неброско, по-походному, без привычных ярких нарядов и украшенного макияжем лица. Майзер выглядел как простолюдин, ошарашенный плохими новостями простолюдин. «Вы слышите меня? Держать под прицелом человека благородной крови – это недопустимо!» – продолжал Фредерик. «Фред, не надо!» – тихо шепнул в спину Лармин. «Что это с ним? Куда подевалась его страсть к борьбе? Подожди!» «Майзер Рамон, я требую ответа!» – зло выкрикнул Фредерик, отмахнувшись. «Он не покажет страха. Пришло время борьбы!» «Ты пришел заявить о праве?» – вдруг спросил тот, наверняка специально упустив уважительное обращение. «Так иди и заявляй. Потом мы пообщаемся». Серые гиганты охраны не шевелились. «Обязательно пообщаемся, Майзер», – процедил Фредерик, также осознанно исключив приставку «Дор». Лармин побледнел. «Простите, Дор Рамон», – пролопотал он. «Да что с ним такое?» Фредерик двинулся ко входу в сферу. Солнце сверкало на блестящих панелях, защищающих святыню от чужих глаз и стихии. Пройдя мимо наместника, он старательно изобразил пренебрежение на лице, без страха посмотрев на салакерцев. Затем взялся за рычаг двери. Потянул его. Зашипели приводы. Массивная преграда лязгнула и поползла влево. Из недр сфера пахнула прохладой. «Как же хочется пить!» «Глубина, забери! Сейчас он больше хотел глотка воды, чем того, зачем пришел!» «Ты идешь?» — Фредерик посмотрел на кузена. Тот, старательно глядя себе под ноги, поспешил за родственником. Вошел в сень прохлады. Помог закрыть дверь. Пока та медленно скрывала от них внешний мир, Майзер смотрел на представителей Мрацелин отрешенным взглядом. «Что с тобой?» — шикнул на Лармина Фредерик. «Зачем ты так унижался?» «Это же Майзер, Фред!» – возмутился тот. «Сам Майзер!» «И что, ты струсил?» «Нет, что ты, брат мой, просто никто не смеет грубить Майзеру Рамону, а ты грубил, он этого так не оставит!» «Перестань!» Фредерик развернулся, задрал голову. Голубоватая подсветка образовывала на гигантском куполе сферы множество черных пятен. Призрачное шахматное поле. Лицо Лармина при таком освещении показалось ему мертвым. «Нам туда?» – прошептал кузен и ткнул дрожащей рукой куда-то вглубь. Над полом висел огромный шар, словно бурлящий. Фредерик двинулся к нему. Позади послышались неуверенные шаги Лармина. Чем ближе они подходили к шару, тем страшнее ему становилось. Сотни мертвецов, сплетенных в единое целое, беспрестанно крутили головами. Голубой свет то вспыхивал в их глазницах, то угасал. Руки, ноги древних покойников подрагивали, клацали зубы, хрустели кости. «Ладен великий!» — почти проплакал Лармин. Фредерик удержался от возгласа. Приблизившись к шару, он поднял голову, неторопливо закатал рукав рубахи, оголив предплечье. Шуршащее, стучащее месиво то поднималось, то опускалось, дышало. «Я представитель рода Мрацелин. Пришел отдать кровь свою!» – громко сказал Фредерик.
ради будущего человечества, ради империи, я желаю воспользоваться правом, оставленным каждому жителю обитаемых планет, и добавить род Марацелин к числу тех, кто готов ввести империю Ладена в будущее, да пусть победит достойный». Сфера мигнула чуть ярче. Движение остановилось. Мертвые головы будто разом посмотрели на него, а затем покойники заворочились, уступая место кому-то, прорывающемуся изнутри шара. Фредерик едва не отступил. Услышал, как попятился Лармин. Наружу высунулась голова с длинными седыми волосами, во глазницах горело голубое пламя, челюсть хрустнула, отвиснув. Бесконечная шея, как змея, все тянулась и тянулась из шара, пока лицо покойника не застыло в футе от Фредерика. «Заявлять о праве на смену династии допустимо лишь в случае утраты императорской крови!» раздалось отовсюду. Голос ударил по барабанным перепонкам, и Фредерик чуть не присел от неожиданности. Голова висела напротив него, но звук шел не от нее. Его источал пол, стены и сотни мертвых ртов. «До той поры орден подчиняется представителю текущей династии. Ваше предложение является изменой, а попытке будет сообщено истинному правителю империи Ладена, Вонеруту Халамеру. Покиньте алтарь, или же будете уничтожены». «Кому?» – не понял Фредерик. 30, – отчетливо сказала седовласая голова. 29, 28. «Бежим, бежим, Фред!» – Лармин бросился к выходу. «Быстрее!» «Вонеруд Халамер? Кто это?» «Фред!» Лармин уже был у двери. Дернул за ручку. «Помоги, не открывается!» 25, 24. Фредерик отшатнулся, повернулся к кузену. «Вонеруд Халамер. Знакомое имя, знакомое. Где он слышал его? Когда?» Они вместе навалились на рычаг, но дверь не пошевелилась. 20, 19. «Почему она не открывается?» — завопил Лармин. — Он дергал ее, как безумный. — Почему не открывается? Фредерик забарабанил по двери в надежде, что их услышат. — У нас заклинила дверь! Откройте, откройте! Лармин дергал рычаг то в одну сторону, то в другую, но тот застыл, будто приваренный. — 11, 10, 9! Фредерик вдруг понял, почему дверь не поддается. Выпрямился, немеющими руками потянулся к коммуникатору. — Да помоги же мне, Фред! — завизжал Лармин. «Что ты делаешь? Помоги мне!» 8, 7, монотонно считала голова. Отец ответил сразу, будто бы ждал сигнала. «Помоги мне, Фред!» «Фредерик, ты где? Ты где, Фредерик?» послышался родной голос. 5, 4, 3. «Прости, папа!» сказал Фредерик. 1, 0. И в этот миг он вспомнил, где слышал имя Вонерута. Так звали дальнего родственника Стоика, пропавшего в глубине много лет назад, а через долю секунды тело Фредерика пронзил голубой свет. Тела кузенов выгнулись, и призрачные щупальца потянули их к бурлящему шару. Глаза мертвых Марцелин зажглись бирюзой. Слакерцы по ту сторону двери отпустили рычаг, повинуясь команде господина, и отворили вход в сферу. Майзер Рамон смотрел, как шар калькуляции втягивает в себя двух отпрысков благородного рода. Наместник Ливня до сих пор не пришел в себя от новости, что Вонеруд Халамер жив. Это дарило некую надежду. После Стоика любой правитель будет благом. Вот только Майзер ждал этого момента 20 лет, готовился к нему и потому чувствовал себя обманутым. Развернувшись, он зашагал к лестнице. Кордоны можно снимать. Теперь они бесполезны.